Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня мне пришла посылка, и я хочу ее раскрыть вместе с вами и посмотреть, что же там такое интересненькое. Сейчас я начну саму распаковку. Наверное, сейчас отклею скотч и включу заново, чтобы не занимать просто ваше время. Я уже раскрыла коробочку, и я вам сейчас все буду показывать и рассказывать. Первое, что попадается мне на глаза, здесь вот упакованный хорошо горшочек, чтобы не разбился для посадки. Смотрите, коробка упакована просто отлично. Здесь лежит еще вот газетка, да, чтобы все в коробке не шаталось и не испортилось. И это посылочка с сайта Орхарай. Как раньше обещал, он прислал нескольким блогерам на обзор свой грунт. Грунт именно Орхарай, который содержит сразу все для того, чтобы посадить вашу орхидейку. Вам потребуется только орхидейка, горшок и, собственно, вот этот грунт. Здесь есть и пеностекло, и кора архиата. Здесь есть сразу мох, но при посадке я вам уже подробно покажу содержимое. Здесь даже, видите, есть цефлора. Вот здесь полностью состав, да, что там содержится. Когда я буду делать посадку, я вам даже прям зачитаю. Тут, по-моему, даже сразу идет и удобрение в этом пакетике. Очень удобно. Вам не нужно покупать, знаете, сразу целый пакет. Вот видите, здесь пеностекло. Вам не нужно сразу покупать целый мешок, тем более цефлора очень дорогая. И кто хочет, например, попробовать, да, как компонент в посадке, стоит там около 400 рублей, да, вот зачем, если можно сразу попробовать, вот купить такой пакетик. Мне кажется, это очень удобно, тем более, если у вас там пару орхидей, вот сразу покупаете, да, такие пакетики. Не знаю, попробуем, да, попробуем вместе с вами, это будет интересный такой эксперимент, да, тест этого грунта, не знаю, мне очень интересно. Так, и здесь я вижу еще что-то такое завернуто большое, и знаете, можно так сказать, что завернуто с любовью. Посмотрите. Такой кокон. Ой, ничего себе. Такой кокон. Ой, ничего себе. Откроем и посмотрим. Упаковано все очень хорошо. Пока сейчас я раскрою, пройдет полчаса. Надо, так, где мои ножнички? Ножничками так вот аккуратненько. Так, и здесь у нас еще вот такая замечательная растюшка. Посмотрите, какая прелесть. Это чармер. Мне нравится, очень нравится, что на сайте Орхарай есть вот такие вот наклеечки, причем с этого же транспортировочного горшочка она отлично снимается и переклеивается на тот горшочек, куда вы будете пересаживать. Причем эта наклейка не боится воды. Смотрите, какая корневая система. Ну, прям очень классная. Видите, какое замечательное растение. Как раз мы с вами и пересадим. Давайте я, наверное, и горшочек сразу открою, покажу. И как раз у нас будет такая посадочка, да, вот в этот горшочек. Сейчас я открою, покажу вам. Упаковано все вот правда очень хорошо, чтобы ничего не разбилось. Сайт Орхарай, это такая, можно сказать, вторая моя покупка. Первая тоже была, можно сказать, такой подарок новогодний. Ну, там были препараты, и оценить упаковку по достоинству, как бы, ну, нельзя было, там просто препараты. А здесь вот и цветочек, да, и горшочек. Все упаковано отлично, что вот разбиться, мне кажется, в такой упаковке или что-то сломаться просто не может. Кстати, кто получал посылки с сайта Орхарай, тоже напишите свои комментарии, как вот вам приходили посылочки. Смотрите. Я не думаю, что это просто я блогер, да, и мне так хорошо все было упаковано. Я думаю, упаковывают каждому так же все хорошо. Смотрите, вот горшочек. Так, это размер у нас... Так, 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 где пишут здесь размер? Что-то не вижу.
где здесь размер? А, вот, 1,4 литра. Корневая у этой орхидейки хорошая, вот, мне кажется, прям очень хорошо подойдет. И плюс как раз нам на этот горшочек хватит вот этого пакетика, да, даже, может быть, еще и останется, потому что сверху я люблю укладывать прям такое одеялко из мха, который тоже, да, здесь идет в комплекте, его просто кажется, что мало, но когда вы его потом замочите в воде, его становится очень много. Мне, потому что уже такой мох присылали, я его уже тестировала, я знаю, что он просто колоссально увеличивается в размерах, поэтому мох вот в таких пластиночках мне очень понравился, причем нужного вам мох, взяли пластиночку, замочили, разложили где нужно или добавили в посадочку, и все. Вот и такой горшочек. Сейчас я посмотрю на муху. Да, здесь остальное. Газетки как раз таки, да, чтобы наша посылка не ерзала по коробочке. Коробочка такая прям основательная. Ну все, мои дорогие, не буду долго затягивать это видео, просто хотела вам показать, как все упаковано, да, саму эту всю распаковку, потому что многие меня спрашивают, как заказывать, какие приходят орхидейки, да, хорошо ли упакованы, вот, а если кто-то живет там, где холодно, вот, смотрите, упакованы, вы сами видели прям толстенный такой вот утеплитель, да, я даже не знаю, что это... Наверное, стекловата какая-то, да, вот, и прям колоссально все упаковано, досконально, ничего не замерзнет, даже если будет идти долгий промежуток времени, и если у вас в вашем регионе еще холодно. Поэтому не бойтесь, заказывайте, а грунт мы еще будем вместе с вами тестировать, посмотрим, как орхидейка воспримет этот грунт, тем более все мои орхидейки посажены в керамзит, это будет очередной такой эксперимент, потому что здесь кора, да, вот с компонентами еще грунта. Так что оставайтесь со мной, на моем канале будет очень интересно, не забывайте подписываться на мой канал, и как раз во время карантина вам будет чем заняться, будете смотреть мои видео. Все, мои дорогие, всех люблю, всех целую, пока-пока. Сайт на Орхарай я оставлю в описании, да, ссылочку на сайт.